Итак, господа, всем здрасте, с вами снова я, и мы сегодня с вами поднимем одну очень интересную тему, и у меня в руках причина этой темы, потому что начались у многих людей проблемы с HVL Julion из-за вот этой вот штучки, вот этой, друзья. Она вот тут находится в коробочке, мы ее специально заказали из Китая, потому что здесь в России в наличии, как оказалось, этого нет, а проблема здесь в России в наличии уже у людей есть, друзья. И вот если вдруг, друзья, я не настаиваю, причин может быть много, как не заводится автомобиль. Но если вдруг у вас происходит вот так... Друзья, вот показываю, вот. Нажимаю, вообще ноль эмоций. Подскажите, что такое вообще может быть? Еще раз вот жму. Нифига. То, соответственно, вот эта маленькая штучка и есть причина вашей проблемы, друзья. Вот, как бы ни звучало это тавтологически. И находится вот эта вот штучка, которую мы заказали, вот тут. В блоке предохранителей, друзья. А в блоке предохранителей находится, сейчас я вам покажу, вот такая вот маленькая, вредная, довольно-таки хрупкая вещичка. Который, если вы не запасетесь, то потом можете, конечно, встрять в очень неприятную историю, что нет возможности решить проблему, нет возможности у вас ее быстро решить, и вам надо вот это вот заказывать. Вот, если обратить внимание, здесь есть номер 1 и 2, видите, да? Вот, для чего нужна эта штучка? Это предохранитель, причем основной предохранитель, который у вас как раз провод пускает в основной блок предохранителей как раз от всей электрики автомобиля туда вот тут. То есть вот приходящая вот сюда, и как бы у людей случаются несчастья. То есть люди такие тыц-тыц кнопочку, а машина не реагирует. Снимают аккумулятор, там провод, аккумулятор, пофиг. А машина ноль эмоций. Выгорают вот эти два предохранителя. С чем связано, почему это происходит, никто особо не рассказывает. То есть говорят, ну вот да, есть такая проблема, но... Ее, чтобы решить, надо машину, чтобы постояла, закажут, привезут. И, соответственно, потом у вас как бы вот это вот поменяют, и машина снова будет заводиться. Что делают наши умельцы, российские умельцы? Они высверливают вот здесь вот и вот здесь вот. Высверливают вот эти предохранители. Сюда впаивают новые предохранители. Как бы ничего страшного в этом нет вроде бы. Но при этом с гарантией вы слетите нахрен, если у вас что-нибудь случится с электрикой, друзья. По одной простой причине, повторюсь, это предохранители, которые пускают все электричество в автомобиль, во все электрические его части, электронные через блок предохранителей, друзья. Поэтому вот такую штуку надо себе купить. Как ее купить, сами найдете, чтобы это не выглядело как реклама, что я кого-то пиарю. Ну вот я захотел и нашел. По сообществам погуглите, друзья. Поэтому если вдруг вы, не дай бог, вот эти штуки высверлили, поставили сюда чего-нибудь такое своеобразненькое, то есть что-то подобное вам впаяли и как бы сделали, и у вас потом случилось что-то с электрикой, то есть, ну, допустим, отказала кресло там регулировки, да, сдох центральный дисплей, в котором завязано вообще все. Ну и, соответственно, вы обратились к дилеру, а дилер у вас увидел вот эти вот высверленные штуки, то как бы вопрос будет к вам, а нафига вы это сделали, когда есть заводское решение, друзья. Вот, поэтому будьте аккуратнее. Я лично купил себе и запасся вот этой вот штукой, потому что, ну, мало ли вдруг какие нюансы, и мне надо будет срочно решить эту проблему, ехать. А причина на самом деле очень интересная, почему я заинтересовался этой темой. То есть есть люди, которые такие ездят на автомобиле, прям хвалят, прям довольны, прям кайфуют, прям все замечательно. Потом случается проблема, ну, которая стоит там 1000 рублей плюс доставка, короче, вот мелочи, да. И они начинают уже прям вот... прям плохо говорить про автомобиль, потому что вот сдох предохранитель, а купить его невозможно, а надо что-то делать, а надо ездить, а я купил автомобиль, и самое противное, что даже у дилера вот этой штуки нет.
И все. То есть, а многим людям далеко ехать в дилеры, им высверливают, делают, то есть кастомят как угодно. Но сам факт того, что если вдруг что-то с электрикой случится, и у вас вот эта штука уже будет стоять высверленная, переделанная, то, естественно, к вам будут эти претензии. Поэтому, друзья, запасайтесь вот этими предохранителями заранее, ищите их, пусть лучше, повторюсь, валяется, пусть он у вас уже будет, но при этом вы, соответственно, сэкономите свои нервы, время, и машина вас не будет разочаровывать. Ну и, в принципе, держать в запасе предохранители от автомобиля, которым вы владеете, полезно, полезно, друзья мои, дабы, ну, как бы не случилось какой-то неприятности, и у вас не вызвало это какого-то диссонанса, отвращения к автомобилю, и это касается абсолютно любого автомобиля. Всем спасибо, пока, подпишитесь, не забудьте, ищите нас везде, в ВК меня точно вы можете найти, если вдруг какие-то вопросы будут появляться, пишите в личку, друзья, в ВКшечку я там есть, ну, либо в телеге я тоже есть, в WhatsApp я тоже есть. Короче, везде, кому надо, тот находит. Всем спасибо, пока, до новых встреч.